Как много поединков Сосновского вы успели и до сих пор увидеть? Какие его... Около 10. Какие его самые хорошие пункты, элементы в его стиле боксирования? Он постоянно агрессивен, не боится соперников, идет вперед. Это самый главный его пункт, большое сердце, воля к победе. И это спортсмен, который не трус. Мы знаем очень много примеров в боксе, когда боксер имеет большой респект перед своим соперником. Я вижу, насколько готов Сосновский, знаю его поединки, думаю, что будет интересен бой. В Польше был такой боксер, тяжеловес, тоже как вы. Его зовут был Андрей Голота. Как вы оцениваете его карьеру? Вы можете сами оценить его карьеру. Голота имел очень хорошие шансы против... Боуи выиграть два раза, но психологически он это не смог сделать. К сожалению, сегодня он уже только лишь мы можем об этом вспоминать. Последний вопрос. Как с перспективы этих 7 лет, которые уже прошли от вашего поединка против Ленокса Луиса, вы оцениваете решение рефери, который сказал стоп и не позволил? В боксерских правилах WBC, если поединок остановлен до 6 раунда, победа присуждается чемпиону. Если поединок остановлен по причине технической, после 6 раунда, то присуждается тому, кто вел по пунктам. Если бы этот поединок доктор остановил раундом позже, то победу бы одержал я, так как я вел в этом поединке. Я думаю, не случайно он остановил бой. Вопрос, Адам, как ему нужно биться с Крисом Аравом, чтобы он выиграл? Я не знаю, как ему нужно биться. Это вопрос его тренеру. Крис Ариола очень тяжелый оппонент. Если Адам пройдет Крис Ариолу, то я могу сказать, что он в ближайшее время станет чемпионом мира по боксу. А хочешь с ним биться? С Адамком? Я ему сделал предложение, он отказался. Еще сказать. Спасибо большое.